Ремонтировать нельзя, смириться, кто виноват и что делать. Все смешалось в доме Облонских. Здесь можно бесконечно цитировать русскую классику «Трагедия ЖКХ» в одном действии и в одном доме. «Молодогвардеец» один. Это все реальность, причем для жителей этого дома безвыходная обыденность. Изначально эта многоэтажка была построена как общежитие, однако с 2010 года она получила статус обычного жилого дома. Такое ощущение, что здесь ремонт не делался никогда. Да, собственно, так оно в отношении косметического ремонта и было. Ремонт нужно. Почему дом надо такой? Панели надо же сделать. Надо побелить самое. Долги. Ну мы-то платим. Почему мы должны страдать, кто не платит? А вы знаете тех людей, кто реально не платит? Есть такие? У нас директор прекрасно знает. Красные бумаги присылают, они прекрасно все знают. А почему-то ноль внимания. Обслуживает этот дом управляющая организация «Юго-Запад». В ее ведомстве более 50 жилых помещений. Однако с этим особенной проблемы, по словам директора, ремонт не представляется возможным сделать по причине серьезного долга. Года два назад делали силами сметчиков управления жизнеобеспечения. Значит, просчитали один этаж, ремонт. Короче, ремонт полностью всего дома, косметический, вот по первому дому, по-моему, цифра была 1 400 000. Без электрики. Прибавьте сюда электрику, прибавьте сюда инфляцию. Ну, сейчас этот ремонт вылезет по 2 миллиона. А этих денег нет. Долг на доме на сегодняшний день составляет порядка 1,5 миллиона рублей. Местные жильцы используют стены дома как способ передачи информации, что-то типа социальных сетей. Вот кто-то демонстрирует свои поэтические таланты, а здесь признается в любви к вандализму. Все это действительно напоминает архаичный тип социальной сети. Кто хочет, тот оставляет послания самого разного рода. Без какой-либо ответственности. Стихи, маты, номера телефонов, знакомства, поздравления. Это похоже уже на какую-то инсталляцию. Правда, поменяли лифты и окна, но и эта общая собственность в итоге пострадала. Я понял. Сюда стекла уходит немедленно. Все стекло, которое мы заказали на этот год, на весь жилой дом, мы практически все уже сюда. Кто этим всем занимается, есть подозрение, что местные жители. Не все, конечно, люди здесь живут разные. Кто-то сетует на квартиросъемщиков, а таких здесь немало. Цена доступна как для покупки, так и для аренды. Мы эту квартиру на, как сказать, на съем будем сдавать. Поэтому вот. Мы уже практически сделали ремонт, осталось вот доделать. Санузел там, да. Здесь вода. Мы провели сами сюда воду. Однако такая доступность жилья часто оборачивается иными последствиями. Много молодых семей с детьми, но даже они не выдерживают и в итоге принимают решение съехать. Была такая ситуация, когда кучка подростков здесь собиралась уже несколько лет. То есть в ту зиму я была в положении, особо я не могла никак с ними бороться, свои нервы, да, тратить. Они мне взломали замок, вскрыли замок, насував туда сигаретных бычков, вот, ногами попинали, поломали дверь. Но органы ПДН почему-то никак не сработали. Знаете, что ответили органы ПДН, а именно Гребенкина Татьяна, не знаю отчество, что это дети из неблагополучных семей, и с ними мы бороться не можем. Мы уже не знаем, что с ними делать и как с ними бороться. Поэтому все это осталось вот как-то так. Спаси! Спаси! А это уже аналогичный дом с такой же судьбой, но уже под номером 2. Такие концерты здесь каждый день. Рядом участковый пункт полиции, но, по словам жильцов, они уже не реагируют. Возможно, у этой женщины личная трагедия, но надо хотя бы разобраться. Она вообще не реагирует. И полиция точно так же не реагирует. Вот они заходят, выходят, они проходят там постоянно вот так. Они как бы проходят и выходят, но на нее реакция абсолютно вот просто ноль. Однако есть все-таки одно отличие этого дома от своего близнеца, а именно 8-й этаж. Красавец, чисто, порядок, иная реальность. И все благодаря инициативе вот этой женщины, Ольги Смолениновой. Вместе с соседями она собрала деньги, на которые был сделан этот косметический ремонт. Где-то поставили цветочки, навели порядок в сушильном помещении. А это я собирала лично, я со всех жителей с комнат по 200 рублей. Покупала краску, вот, все принадлежности покупала, кисточки, все, щетки. Делала сама ремонт весь этаж. Вот, начинаете оттуда, шпаклевала, белила,
только что побелку управляющая компания «Мешок» дали, и все. Больше у них ничего нет. Но это частный случай, личная инициатива, а делать-то, что в общем, ответа ни у жильцов, ни у управляющей организации нет, а тут еще и законодатель ограничивает в возможностях обслуживающую компанию. Ну, на сегодняшний день мы не имеем права проводить перекрестное финансирование домов. По каждому дому проводится и ведется подомовой учет. В принципе, мы по каждому дому до болтика можем рассказать, что куда потрачено. В сухом остатке получается, как в песне группы «Сплин». Выхода нет.